Привет, друзья! Сегодня мы наконец-то займемся отделкой нашего фундамента. Вот тут я уже разметочку сделал, веревочку. По вот этой веревке мы будем устанавливать столбики и затем уже дальше облагораживать, закрывать наш фундамент вот этот весь. Вот. Вся эта труба останется в коробе. Ну так, приступим. Итак, выставил вот так столбики по веревочке. Вот. Немножечко здесь отхождение есть, потому что они еще не забетонированы. Но сейчас я хочу попробовать новую систему. Вместо того, чтобы заливать бетоном, вот эти ямки я буду засыпать мелкой фракцией щебенки. И утрамбовывать просто, как бы облегчив себе задачу. Вроде бы должно все держаться отлично. Проверим, друзья. Ну что, на сегодня закончили, друзья, смотрите. Здесь вот кончик заварил. Так все получилось, все трубы выставили. Наварили на все трубы вот такие штуки. То есть на них, на эти штуки, будет деревяшки 40 на 20. Чтобы нам по железу сэкономить, по деньгам, прикручиваться на саморезы. На эти деревяшки, внизу просто железные вон они штуки. И то есть USB будет прикручиваться на деревяшки, на сами трубы и вот на эти вот штуки. Тык-тык. Потом уже на USB там будем крепить сам основной материал для фундамента, фасадные вот эти вот панели. Вот. Сверху еще рейку тоже из дерева, что вот так потом пустим через каждые сантиметров 30. И будет железом тоже покрываться. Думаю, пока что может быть черепицей даже. Здесь еще осталось тоже доварить. Здесь верха проварить, низа проварить. И потом будет все прикручиваться. Но это уже в следующем видео будет. Пока так. Еще прокрашивать надо будет все. Это тоже дело времени. И утеплить вот эту трубу, которая внутри будет. Потому что она будет полностью внутри. И снег туда попадать уже не будет. Чтобы она не промерзла, нужно будет ее еще утеплить, обмотать. Вот так вот. Я с вами прощаюсь. Все. До скорых встреч. Пока, друзья.